так совпало в этом году, что помимо Масленицы, у нас с вами третий день Масленицы совпадает с днем Святого Валентина, день влюбленных. Мы этот праздник тоже не оставили без внимания. Именно в парке Зелёный Гай в 16:00 на нашем катке будет проходить интересный молодежный уже праздник, где будет участвовать молодежь, импровизированный ЗАГС, конкурсы и главный приз розыгрыша – это ужин на двоих. Очень интересный подарок для молодежи. Приглашаем всех в парки с настроением, с задором, с весельем провести каждый день Масленицы, а в воскресенье получить в подарок блины и потанцевать возле чучела.